Короче, это к ГЭСу вот идут колонна танков. И видим, он здесь дым, здесь дым. Гремит, короче. И вот сейчас мы сидим, оно именно гатят где-то. Что происходит, сколько есть. Ну а ГЭС, как видим, не, ну тут как-то дымом затянуто. Пока ГЭС. Короче, вон танки валят, и много, и такие хорошие. Бесконечно наблюдаю, идут и идут со стороны Крыма. Даже пробка. Вот Каховское водохранилище. Это новая Каховка. Впереди Каховская ГЭС. И на той стороне идут какие-то там какие-то сражения.